будет жить. Витебские врачи несколько часов боролись за жизнь мальчика, который выпал из окна 5-го этажа. У 6-летнего ребенка тяжелое повреждение внутренних органов, закрытая черепно-мозговая травма. Сейчас пострадавший находится в реанимации. Врачи оценивают его состояние как стабильное, жизни ничего не угрожает. Однако этот летний месяц пациенту придется провести в больнице, на выздоровление уйдет по меньшей мере несколько недель. Смещение центра тяжести, определенное любопытство, интерес, несоизмерение своих возможностей физических. Ну, все это приводит к таким трагическим последствиям. Ну, в данном случае все закончилось для ребенка хорошо. А все обстоятельства происшествия сейчас устанавливают следователи. Известно, что ребенок дома остался один, родные отлучились. Повезло, что, упав с высоты 5 этажей, мальчик приземлился на клумбу, где были установлены резиновые покрышки. Они и смягчили удар.